Экстрасенсы, конечно, всегда находятся в конфликте с представителями разных культов, потому что клиент у них один и тот же. Угу. Они делят бизнес, делят клиент. Можно сделать потрясающее мировое шоу. Собрать и тех, и других. И отправить их в Сирию разминировать мины. И пусть они своими экстрасенсорными способами находят эти мины и показывают, где их. Это будет шоу называться «Экстрасенс ошибается раз». Я думаю, что вы соберете гигантскую аудиторию. Это прям реалити-шоу уже готово. Да, реалити-шоу. И зато все честно проверят свои особые способности. Или там провидение, или какие-то особые секретные чувства, или астральный хвост, пусть им там...